Нельзя это терпеть. Сара в порядке, босс. Я был с ней. Она работала здесь, когда еще была ребенком. Своей дочери у меня нет, Том. Я на все готов ради этой девочки. Я тоже. И все мы. Точно, босс. Все ради Луиджи и Сары. Я не понял, им здесь сраный лунопарк или что? Да я их голыми руками разорву. Мы даем людям защиту. Но кто станет нам платить, если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Так что нам нужно делать? Научите их уму-разуму. Переломайте им каждую косточку, сделайте инвалидами, разукрасьте их рожи так, чтобы родная мать не могла взглянуть без крика. И где они торчат? Знакомый коп говорит, что надо поискать Чайна-тауне. Большой Биф явно знает. Томми, зайди к Винни и подбери что-нибудь. Встретимся у Бифа. Да, сделаю. Бросьте эту шваль посреди улицы. Все должны уяснить, что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе. Будет сделано, босс. Кто-то из них еще может быть на нашей территории? Я проверю, убрались ли они с района, а ты встретишься с Бифом. Доброй охоты. Да, и тебе. Когда закончишь с Винни, разыщи меня в Чайна-тауне. Понял. Пора разбить пару голов. Что эта шпана проявляет неуважение. Что стало с этим городом, Фрэнк? Какие-то типы пристают к Саре на улице. Данят Корлеоне с каждым месяцем. Эй, ты за стволами, Том? Не, у меня все есть. Мы с Поли собираемся надрать зад местной шпане. Не хочу их валить на своей же улице. Дай что-то, чем можно голову разбить. Сэм тут недавно навестил один склад, и... На них типа автограф самого Бэйба Рута. Это бред, конечно, но... Бьют, будь здоров. Шпане твоей будет не сладко. Это точно. Спасибо, Винни. Наконец-то! Пошли, я насквозь промок. Не понимаю, зачем Биф переехал в эту дыру? Да ладно тебе, он же влюбился. Да, потянуло его на азиатку, когда мы накрыли тот шанхайский бордель. Ну, она мне нравится. Это твоя проблема, Том. Слишком деликатничаешь с бабой.
кабанюка! Как поживаешь? Чунмао, Лучин, ты дай мне чин. Чунмао, Лучин, ты дай мне чин. Чунмао, Лучин, куколка, рад тебя видеть! Убери ее, Биф, мы по делу. Давай наверху, хорошо? Муйонг и фэйцай. Ну так в чем дело? Нужна информация. Тут одни придурки воду мутят. Приставали к дочке Луиджи. Здесь полно шпаны. Есть подробности? Одного харька звать Билли. С ним какой-то наглый болван и громила с лысой башкой. Ага, знаю таких. Они ошиваются на старой автобазе в квартале отсюда. Иногда приторговывают всяким по мелочи. Поэтому мы к тебе и пришли, Биф. Ты знаток в мелочах. За домом перейдите улицу, там их и найдете. Спасибо. До встречи. Эй, Поли, насчет тех денег. Спокойно, мой человек работает над этим. На следующей неделе все будет. Что это было? У тебя с Бифом есть какие-то дела? Мой знакомый должен доставить партию костюмов. Классных, мексиканских. Ты ввозишь костюмы из Мексики? Нет, идиот. Эти костюмы украдены из магазина в центре. А вот портной мексиканец. То есть бывший. Живет он в Холбруке. А Дон об этом знает? Да, да, он в доле. Только держи рот на замке. Я ничего не слышал. Ты узнаешь эту шпану, когда увидишь. Ага. А если нет, нам просто нужно разыскать в Чайна-тауне типов, которые похожи на нас. Мы на месте. Такой, я захожу и начинаю всех метелить. Ты делаешь то же. Никакой пальбы. И долго ты его придумывал? Не, это план на любой случай. Лучше зайти в боковую дверь. Говорю, лучше попки я в жизни не видел. Ой-ё. О, Билли, это же тот самый парень. Сваливаем. Мне тут помощь нужна! За ними! Больше ты сюда не сунешься! Нас никто не сбит!
завершила! Скорей! Пробивайся к Билли! Достань этого скота! Вали всех, кто будет бежать! Лучше ковчега собрать! Куда они лезут, мальчик? Куда птичка? Скорей к машине, Том! Исчезни! Жми! Нельзя их упускать! Перезаряжаю! Осторожнее, Том! Дорога петляет! Когда не бойся, я за рулем! Бросать нужно далеко! Господи боже! Ты видал, чтобы кто-то так же обоссался, как они? Ты присмотрись и увидишь, что у них моча прямо из тачки льется! Пока не стреляю! Эти придурки пожалеют, что повстречали в своей жизни Сару!
буду драть? А, они еще не знают, как ты водишь. Пока не стреляю! Теперь они никуда не денутся. Замочи его, Том. Нет. Нет, не надо. Прошу. Я не хочу сдохнуть здесь. Боже, Том, ты что, как можно жалеть такую мразь? Он-то грохнул бы тебя без колебаний. Просто стреляй и не думай. И закончилось. Все равно он уже труп. Мой Том, очнись уже. Забыл, что они хотели сделать с Сарой? Нет. Просто... Эй, пойдем отсюда, пока легавых нет.